Ну что же, вот по первой главе она была об энергии, и здесь я показал вам то, что, скажем так, на чем я остановился. Вы посмотрите, что вам интереснее по первой главе. Я коротко, да, вот здесь подытожу. Естественно, ни Михаил не сможет реально сейчас что-то доказать, не я. Карты подтасованы, да. Ну, вот такое интересное время мы живем. И здесь я всего лишь вот даю вам несколько другой взгляд. При этом я ни в коем случае не опротестовываю, что вот эти методы как дополнительные, как во второй ножке стула, они срабатывают. Но все-таки прана есть и для всех, и для каждого. То, что мы блокируем вообще праническое, так называемое, дыхание, естественно, на физике это конкретные уже биохимические реакции, это последствия нашей вообще потери управления над собой. И энергия, нам надо не учиться что-то там получать. У нас все это автоматически получается, да? Нам надо перестать портить эти процессы, перестать вести себя по теории гомотоксикологии к все более глубокому хронически отравленному состоянию. Выходить из него. И чем чище мы становимся, тем более восстановленнее, и тем больше мы получаем энергии, и меньше расходуем ее на патологические процессы, которые мы создаем, в том числе и тем, что упомянуто в этой главе, как особый ценный энергетический продукт, да? То есть вот здесь очень важно. И люди, которые, скажем так, поверили, либо положились здесь на меня, хотя я всегда прошу, пожалуйста, думайте своей головой. Сами берите ответственность на себя, не выносите ответственность и на внешние факторы. Но вот мне и на консультациях рассказывают, и в комментариях на канале, например, на сайте нашем effler.ru пишут, что вы знаете, я вот поверила в то, что вы говорю. Вы знаете, я вот сейчас как вы, я делаю, как вы говорили, я слежу за вами год. Вот, я слежу за вами уже полгода. И спасибо вам большое, что оказывается там не надо вот это все проращивать или не нужно от этого зависеть. То есть оказывается, как вот то, и о чем говорит, кстати, Анастасия Израилевич. После Анастасии Израилевич ко мне тоже приходят люди. И, кстати, я им подчеркиваю, что я совсем согласен с Анастасией в стратегии. Тактически просто там есть такая ошибочка, но немножко как бы надавили на газ. А вообще, как бы здесь вот эта теория вот этой зависимости, да, она, надеюсь, она отживет. Не для того говорю, чтобы там поставить под сомнение профессионализм того же Михаила Советова, да. Я знаю, что и уверен, что людям становится лучше от информации, которую несет Михаил, как на консультациях, так и бесплатно. Он представил очень много. Он очень много сделал, да. И в будущем какие-то свои догмы мне тоже придется пересмотреть, да, тоже придется сказать, ну тут вот я не до конца понимал. Я тоже до конца всех процессов по энергии, как и Михаил, он тоже в этом признается, не могу до конца вот описать во всех реакциях. Но четко я вижу и по опыту пациентов, то, что вот все тут как раз точно наоборот, что практически никакой в плюс по энергии нам, кроме как от фруктовых углеводов из фруктового сока, не выйти. И то, как правило, у большинства там не будет плюса, просто потому что фруктовые кислоты и прочие органические соединения, кроме фруктовых углеводов, во фруктовом соке стимулируют сильную чистку, да? И в хронически отравленном состоянии там вообще напитываться фруктовыми углеводами, ну, практически как бы на них рассчитывать не придется.
А вот заниматься выходом из хронического травмного состояния придется для того, чтобы реально выйти и, скажем так, оказаться именно своим высшим КПД в этом океане энергии. В принципе, люди, которые идут вот в общем векторе, который описывает Михаил Советов, да, уже я предвосхищаю следующие главы, они все равно получают вот облегчение, да, и им становится лучше. Андрей Широков, клуб Эфир Природоцелитель. До скорых встреч, до следующих глав.